рада вітати усіх в прямому ефірі телеканалу «Миколаїв». Якщо у вас є бажання і час, приєднуйтесь до нас. Це розмова на тему. Друзі, ми з вами вступили в літо. Це сонце, тепло, це канікули і відпустки, це час підбиття підсумків і будування планів на майбутнє. І тому цілком природно, що у нас в студії викладачі дитячої музичної школи номер 2. І зараз я з задоволенням їх представлю. Тож, знайомтесь, Надія Домус, завідуюча відділом струнно-смичкових і духових та ударних інструментів дитячої музикальної школи номер 2. Анжеліка Ткаченка, викладач дитячої музичної школи номер 2, клас флейта. І Ольга Пілипенко, концертмейстер дитячої музичної школи номер 2. Друзі мої, Надежда Васильевна, извините, що я тут немножечко збилась, представляю вас, поправьте мене, пожалуйста. Ви завідуючий... Завідуючий відділом струнно-смычкових, духових і ударних інструментів. Вот, друзі мої, видите, як все на самом деле дуже просто. Ну, просто я дуже волнуюсь, тому що у нас не звичайні преподаватели, а преподаватели, которые теплом своих сердец согреют сейчас вас. Этим теплом сердец они на протяжении целого учебного года согревали детей, учили их мастерству. Учить мастерству. Для того, чтобы учить мастерству, нужно самому владеть мастерством. Я права? Ольга Иосифовна, ну давайте, конечно, начните, права, пожалуйста. Мастерство – это штука такая сложная, годами вырабатываемая. И очень важно на самом деле, когда в начале пути творческого, любого пути, чему бы ты ни обучился, очень важно, когда в твоей жизни встречаются люди профессиональные, с отношением своим собственным к своему делу, к своей профессии. Особенно это важно, когда речь идет о музыкальных инструментах, о вокале, когда это речь идет о постановке, чтобы не испортить, очень важно, потому что может прийти ребенок совершенно с блестящими способностями, а если преподаватель не очень компетентен, то будущего, к сожалению, ребенку сложно, да, потом будет в будущем. Но мы знаем, что преподаватель, как и сапер. То есть, нет, если сапер имеет право на ошибку, то преподаватель вообще не имеет права на ошибку, потому что он имеет дело с детьми. Правда? Ну, это тонкий материал такой, который очень важно, прям ювелирный. Есть люди, которые просто пришли, детей своих привели для общего какого-то своего развития. Но потом среди этих детей может кто-то выйти на профессиональную линию, поэтому очень все важно вот с самых первых шагов, чтобы все было так и правда, ошибки. Ошибки. Ну, хотелось бы, во всяком случае, чтобы ее... Сложно детей иногда бывает, так сказать, прощупать. Некоторые не сразу открываются. Большая часть не сразу открывается. Ну, конечно, сложно раскрыть сразу ребенка. Девчонки, в этом году, этот год для вас юбилейный, потому что детская музыкальная школа номер 2 города Николаева в этом году отмечает 60 лет. Прошел недавно большой гала-концерт, но торжества не закончены, я знаю, да, Надежда Васильевна? Ну да. Хоть и лето и наступило, но... Да, весна всегда, март, апрель, май. Это настолько сложные месяцы и насыщенные, потому что кроме отчетного концерта еще конкурсы разных уровней, начиная от местного значения, городских, областных и всеукраинских, международных, ну, уже в зависимости, как говорим, от подготовки и от настроя детей и преподавателей.
Вот, поэтому, конечно, наши дети, ну, на нашем отделе струнно-смычковых, ударных и духовых инструментов, у нас местного уровня были конкурс областной струнно-смычковых инструментов, и выступали, принимали участие наши дети, и мои ученики, трое виолончелистов, и скрипачей у нас было трое или четверо уже. Сейчас быстро сориентироваться. Вот, практически все были отмечены, получили, кто места достойные. Маша Владеева, скрипачка, второе место получила. Лев Черенков, мой мальчик, второй класс, виолончелист, третье место. Девочки-виолончелистки, маленькие, первый год только обучение, за лучшее исполнение произведений получили. Вот, поэтому мы очень такими своими достижениями гордимся. И, конечно, вот Ольга Иосифовна говорила, что мастерство, да, кроме того, что это еще и капризная штука, потому что если ты это мастерство не поддерживать и не подкреплять, оно может тихонечко развернуться и в другую сторону пойти. Вот, это первый момент. А второй, конечно, очень большое, ну, немаловажное значение имеют и родители, потому что когда в семье, как говорится, что такое счастье, да, не на друг друга смотреть, а в одну сторону. То же самое касается и воспитания детей, и вот жизни одной, когда в одну сторону родители смотрят, то есть куда дети, туда родители, желательно, чтобы все в семье, тогда это, вот как говорил великий Ростропович, что ему повезло в жизни, потому что родители дали ему вот то, какой он есть, да, и сами по себе родители, и те руки, которые у него получились. То есть это тоже в физиологии немаловажный фактор и в музыкантов. Такую Надежда Васильевна, я вот сказала в начале нашего эфира, что у нас в гостях педагоги, которые учат мастерству детей, которые дарят тепло своих сердец своим маленьким ученикам, и, конечно же, и вам сейчас, дорогие телезрители, но еще и вы являетесь играющими педагогами, потому что, ну, невозможно научить мастерству, если ты сам не владеешь мастерством. И мне бы хотелось, чтобы наши телезрители сейчас услышали звуки музыки и просветлели душами и сердцами, конечно. Ну, мы хотим, ну, поскольку у нас Ольга Ольсовна концертмейстер и пианистка, но бывают такие площадки, вот когда в данном случае сейчас, что нет, да, сейчас инструмент. Не получилось. Но да. Так бывает, что бывает такое, что вот нужно собраться и выступать, дать какой-то номер, дать какой-то. Ну, а как раньше музыканты, да, странствующие играли. Вот мы сейчас хотим вашему вниманию старинную такую сюитку небольшую из старинных танцев. Ну вот представим, что мы где-то странствуем, путешествуем, и для людей там на площадях, на улице постараемся в путешествие отправляемся. Thank you.
Главное, что, отправляясь вместе с вами в это путешествие музыкальное, не нужно ни заграничного паспорта, ни дополнительных расходов, а просто унестись на звуках музыки, и все. Спасибо вам. Друзья мои, а скажите, пожалуйста, вы преподаватели музыкальной школы, Надежда Васильевна, вы преподаете виолончель, гитару, Надежда, Анжелика Константиновна, вы преподаете флейту. Вот сейчас в музыкальных школах объявлен набор детей, и родители, может быть, стоят перед выбором, какому инструменту обучать детей. Как вот приходит это знание, что вот именно на этот инструмент? Или это все, это необъяснимо? Объяснить? Ну больше, как-то все же можно объяснить. Да. Большей частью, конечно, естественно, и это естественно, когда приводят детей на то, что больше знают. Естественно, потому что, ну что, фортепиано, конечно, больше знают, знают гитару, конечно, сейчас это все. И, конечно, когда вот более, ну так, что ли, вдумчивые родители, или которые больше занимаются развитием своих детей, они чаще ходят на концерты, на спектакли, начиная от кукольного театра, да, как вот со своими детьми, к примеру. И тогда уже расширяется кругозор знания инструментов. И, естественно, они слышат, и, естественно, могут уже выбрать. Другое дело, что мы тоже у себя проводим так называемые детские филармонии, где мы приглашаем детей с общеобразовательных школ, бывают даже с детских садиков, или сами идем в детские садики, даем небольшие концерты, стараемся, чтобы там были показаны все возможные у нас инструменты, которые у нас есть в школе, на которых дети обучаются. И поэтому как бы вот так мы работаем в этом направлении. И бывают, конечно, что, допустим, приходят и мы можем предложить. То есть случайностей нет, все оказывается на самом деле объяснимо логически. Да. Это скрупулезный труд стоит за тем, чтобы привлечь ребенка к какому-либо инструменту. Да. А как говорится, для телезрителей и для родителей, в принципе, не имеет значения, на каком инструменте учить ребенка музыке. Это все равно учить творчеству, это все равно учить прекрасному. Поэтому, если даже, вот бывают такие случаи, конечно, мы же все живем в реалиях, что ограниченный набор, не может быть вся школа, все быть пианистами, не могут все быть гитаристами, правильно? И школа заинтересована в том, чтобы развивать разные инструменты, разные направления. Другое дело, что не нужно столько много, к примеру, виолончелистов или столько, потому что, ну, как бы, все в своих каких-то закономерностях, там, в дальнейшем, к примеру, в оркестрах, там, в ансамблях и все такое прочее. Конечно, больше будет все равно пианистов и гитаристов. Но, да. Это у вас статистика. То есть пианистов и гитаристов все равно больше всего, да? Да, все равно больше, да, все равно больше. Но зато мы уникальны. Однозначно. И вы представляете, телезрители, как нам повезло. У нас совершенно уникальные гости, владеющие совершенно уникальными инструментами. Виолончель и флейта. Давайте попросим их еще поиграть. Ну, мы продолжим немножко еще старинной музыки. Это же очень симпатичные еще старинные танцы. Пока что еще дальше по Европе. Итак, путешествуем по Европе. Не где-то там, ни в Америке, ни в Мексике. По Европе. Два такта, да? Раз, два, три. Раз, два. Thank you.
такое замечательное путешествие, легкое, необременительное, как прохладный ветерок во время знойного дня, правда? Но для того, чтобы вам играть в дуэте, ведь вы должны еще находить время не только учить детей, но еще и вместе просто так же в дуэте не сыграют. Ну, естественно, конечно, для этого нужно время. Но самое главное, для этого нужно желание и понимание друг друга. А мы уже за столько, кроме того, что мы это нам нравится, мы это хотим делать. И, конечно, мы, естественно, ну, уже понимаем друг друга как, ну, с полуслова, допустим. Но все равно в ансамбле мы хоть и взрослые, как говорится, и все получили, и образование, и это самое, но репетировать надо, потому что всякое происходит, мы живые люди, и если где-то чуть-чуть что-то недоработка, то она выскакивает на выступлениях, как правило, всегда. А главное, что вы своим личным примером, Надежда Васильевна, и вы, Анжелика Константиновна, и вы, Ольга Иосифовна, хоть вы сегодня и не играете, вы личным примером показываете детям, как прекрасна музыка. Давайте еще послушаем. У нас есть время. Разговоры, конечно, хорошо, но музыка. Сейчас отправимся в Англию. Ух ты! Друзья мои, в Англию. Мне кажется, что Англия в вашем исполнении весьма недурственна. И если бы англичане сейчас услышали, как у них там хорошо, Ну и хочу сказать, что данная редакция этих «Зеленых рогов» в известной английской авиа благодаря Ольге Иосифовне, потому что она должна была какой-то вклад внести в сегодняшнюю. Потому что что играть, давайте возьмем вот это, вот сделаем так, и быстренько сделали аранжировку, и, в общем-то, несмотря на то, что она не играет. В общем, любая ситуация для творческого человека – это такой своеобразный толчок для чего-то новенького. Вот пришлось адаптировать для игры без себя. Но, да, мысленно со мной. Но только мысленно. Но и здесь, в студии, Ольга Иосифовна, я думаю, что телезрители, конечно же, знают, что, то есть, поверьте, что Ольга Иосифовна, действительно, если бы сейчас у нас здесь в студии стоял рояль, то Ольга Иосифовна бы взлетела бы, руки бы ее взлетели на этом рояле. Но ничего, ваш вклад очень чувствуется в эту замечательную, прекрасную музыку. И действительно, когда звучит музыка, то тогда как-то не хочется как-то успокаивается и душа. Ведь музыка, она и лечит, мне кажется, что она имеет целебные свойства для человеческой души. Своеобразная такая музыкальная терапия. Давайте ее продолжим. У нас еще есть время. Конечно, хотелось бы еще и поговорить, но... Ну,
Очень редко можно услышать струнный инструмент без сопровождения. Как правило, с сопровождением или ансамблика, или какого-то инструмента. Но бывает так, что вот нужно показать, как звучит инструмент, да, да. А ну, как бы другого ничего нет. Но для этого очень хороши фольклорные всякие мелодии, напевы. Часто используют. Конечно, потом великий Бах написал для виолончели соло, для скрипки соло, свои знаменитые сюиты. Но, как правило, если нужно показать, как звучит инструмент, вот в данном случае виолончель, есть очень такая симпатичная, коротенькая, можно сказать, зажигательная фольклорная пьесочка. Виолончель – прекрасный инструмент. И мои дети, когда услышали такую пьесочку, у нас уже созрел план, как это сделать на ансамбле виолончелистов, чтобы это, вот они начинают, они творчество сами проявляют, вот давайте вы начнете, а мы потом вступим, подхватим, и, в общем, короче, еще у нас в процессе, это произведение в процессе обработки, да. То есть сейчас вы сыграли нам, так как вы показали, как звучит виолончель, а в недалеком будущем уже это мы, может быть, даже, даст Бог, услышим вместе с вашими учениками. Ну да, да, есть у нас такая задумка, такое эффектное произведение. Очень эффектное произведение. И, ну, еще что-нибудь. Да? У нас еще есть время, потому что... Ну и еще одно произведение, которое... в которое Ольга Иосифовна, значит, приложила свою руку. Но сейчас мы в Прибалтику отправимся. Это прибалтийского композитора Ляты. Очень такое романтическое, светлое, хорошее название. Радость от прекрасного дня. Каждый день прекрасен. И поэтому будем... Нужно жить, что каждый день это прекрасный день. И нужно его проживать. И нужно его проживать прекрасно. Прекрасно, да. Спасибо вам большое. Время эфира пролетело. Мы должны сейчас уже уходить из эфира. Я хочу напомнить нашим телезрителям, что сегодня у нас в гостях, друзья мои, были преподаватели детской музыкальной школы номер 2. Эта школа в этом году отмечает свое 60-летие.
И эти замечательные педагоги своим примером показали, что они не только могут учить детей, они владеют мастерством и готовы делиться этим мастерством с вашими детьми. Дорогие телезрители, я думаю, что вы получили удовольствие и очистили свои сердца и души. Це була розмова на тему. На все добре.